Шахтер начал подготовку к поединку с Ворсклой. Шахтер встретится с Ворсклой в рамках 12-го тура чемпионата Украины по футболу. Шахтер в отсутствии сборников начал подготовку к матчу 12-го тура ОПЛ. Как сообщает официальный сайт горняков, утренняя сессия прошла в стандартном формате. Разминка, игра в квадраты, работа над тактикой. К оранжево-черным присоединился Иван Ордец, который, напомним, пропускает решающий поединок квалификации ЧМ-2018 с Хорватией из-за перебора желтых карточек. Приступил к тренировкам Богдан Бодко. Правда, защитник Шахтера и сборной Украины пока занимается по индивидуальной программе. Также восстанавливаются травмированные Максим Малышев и Сергей Кривцов. Добавим, что с первой командой сегодня упражнялись футболисты молодежного состава. Даниил Сагуткин, Владимир Грачев, Сергей Чеботенко и Данил Игнатенко. Фото. ФК «Шахтер». Отметим, что встреча 12-го тура чемпионата Украины по футболу между Донецким «Шахтером» и Полтавской «Ворсклой» состоится 13 октября в городе Харьков на стадионе «Оскметаллист». Стартовый свисток в 19:00 по материалам сайта newsgra.com.